Короче, сказал, что у него для нас особое задание, чтобы мы прочесали старые тоннели. Мины там поискали. Сейчас назвал Габриэля Крюгера Геймом. Ну да. Мы друг друга по имени зовем. Лучшие друзья. Сейчас. А он об этом знает? Конечно, знает. Я его зову Геймом. А он меня Джорджем Гордоном. Ну, разумеется. Помолчи. Я пытаюсь новичку про задание рассказать. Ну, здравствуй, Джордж Гордон. Ты такой большой, сильный. У меня для тебя задание есть. Это что за голос? Он вообще не так говорит. Один, он. Он мне не говорит, он так. Больше, знаешь, хуже, чем когда ты меня изображаешь. Да заткнитесь вы оба. Что? Эйб мне сказал, что когда волосы движутся, это слабость. Ну да, тут он прав. Так что я их гелем залежу по самое не балуйся. Ладно, пошли йогой займемся. Пытаюсь, но это что? Искусство, Фейт. Да? Сразу не поймешь. Ха-ха. Ты пришла, чтобы разрушить мою самооценку, или все-таки хочешь помочь? Ну прости, помочь, конечно. Хорошо. Я слышал, что Крюгер Сек разрабатывает новый чип для дрона. Неплохо было бы нам его заполучить. Вопрос в том, где его держат.
Может, где-то в Крюгер Армс? А ты соображаешь. У меня есть один парень оттуда, обещал продать документы с инфой. Но теперь новые условия ставит. Может, ты проберешься в его жилье и заберешь документы? Конечно, это без проблем. Круто, я дам его адрес. Это тут, недалеко. Парень работает на Крюгера, но работу свою не любит. У него там доступ много к чему. Говорит, этот чип уникален. Испугался, видимо, что его вычислят. Надеюсь, документы у него еще дома. Его квартира на верхнем этаже. Тебе пара пустяков, ты вон как лазаешь. Нужно пролезть через вентилятор. Но его надо отключить. Тут рядом должна быть панель управления. Отключен. Отлично, он живет на верхнем этаже. Далеко прыгать. Я у него на балконе, но отсюда не зайти. Попробуй с крыши. Я в тебя верил. Все, я их взяла. Теперь... Да, точно зайду и... Я же сказал ему, все отменяется. Ты вынуждаешь меня позвать подмогу. Черт, сюда пришел жилец. Я ушла. Товар со мной. Я знал, что ты сможешь. Заходи потом, посмотрим, что там есть. Ага, друзей позвал. Ты пока затихарись, Фейс. Давай. Кто здесь? Двое готов. Идем к исследованию паразитов.
Привет. Давай-ка взглянем на документы. Ну, что ты об этом думаешь? Новый чип сенсора — это фигово. Согласна. Похоже, в лабораториях Krueger Arms работают над новым дроном. Может, получится стащить чип? В смысле, может, я смогу? Ну да. Я б сам, если б мог. Да ладно, я сделаю. Класс. Я буду с тобой на связи. Здание с большим знаком Krueger Arms сверху. На верхних этажах.